Скажите что-нибудь, мил человек. Всем здравствуйте. Вот мы сегодня решили сменить место рыбалки. Приехали на Ёжму. Говорят, что-то привез. Смотри. Да? Всем привет. А ты что скажешь, Лёш? Всем привет. И все. Я в телевизоре. А мы сейчас будем сверлить лунку. Да. И посмотрим, как вода идет. Куда? Или туда, или туда. И давай, там... давайте проверять. Давайте. А вы, уважаемые зрители, обратите внимание, на чем мы сегодня сюда добрались. Да, вы не ошибаетесь. Это Надежда. Вот она и погуляла. Так-то, в принципе, народу много. Но кто на чем приехал, но машинки на льду присутствуют. Юра вообще куда-то далеко ушел. Да, идет снежок, ловится где-то снежок. Вот, смотрите, с какими тут приехали маленькими ведрами. Да, да, да. Да. Это вот Третьякова, это минимум, который он должен привезти. Это полная креветка, сейчас кормить буду. И понимаете, главное, что все уже продано. У подъезда очередь стоит. О, Юра, Юра сверлится. Не специально. А что-то, мама, не горюй. Да, здесь выдержит танк. Че, вот приехали, располагаемся. Ладно, начнем. Отсюда. Юрка клюет. Вот расположился. Юра уже 15 штук поймал. Я еще не видел ни одной поклевки. Он зацепил, а мы нет. Будем ждать. Аккумулятор разрядился от мороза. Надо было что-то записывать. Короче, вот на данный момент пока вот так. И бычок. Ладно, меняем батарею. Решил фонарик поставить на стол. Пил чайку. На данный момент у нас такое количество влаги. Не самый худший результат. Ребят побольше, Лехи поменьше. Вот пятый час ждем, когда вода прибудет. Начнет убывать, половим, обуви и домой. Ну что, друзья, почти 8 утра. У меня всего лишь вот столько, что делать. Я уже сегодня и поспал на раскладушке, чаю попил и перевязал удочки. Вода стоит. Говорят, начнет убывать, начнет клевать. Подождем. Ну что, ребята, вот и расцвело. Фонарик выключен. Видите, какая-то поклевка. Под нами
короче, такая. Был красавец бычок, видите, вот это урод, уже второй мне сегодня попадается. Ай, колючий, на выход его. Сегодня ловится только одна навага, я поймал всего лишь одного корюшка, запах уже практически не ощущается. Подошел. Оп, кого-то подцепили. Оп. Неплохая такая акула, да. Вот так. Опять кто-то подошел. Ай. Вот такой неуверенный. Очередной бычок. Эч, она хотела обмануть. Получается пока. Вот. Корюшок. Кто-то тут тоже бросится. Еще один корюшок. Странно, то, что прибывало, вот так тянуло, а бывает вот так тянуло. Что, кто тут еще? Кто-нибудь еще будет с нами сотрудничать? Надо попить чайку традиционно. Как без чая-то? У нас есть и бутерброды, и прянички небольшие. Всем приятного аппетита! Рыбы, это и вам относится. Бычки. Упс. Там где-то Пертаминск. Ладно, пойдем в палатку. Ничего пока тут не происходит, но здесь уютнее.
Добрый день. Не клюет. Подойдет, поклюет и уйдет. Где-то прибавляется, да. Килограмм 5 уже есть. Это был план минимум. Не клюет. Подойдет, пошевелит. Очень маленький корешок. Что-то там у нас копошится товарищ. Вас снимает скрытная камера. Сделайте глазок. Нифига уже пол ведра наловил. Как за ними угнаться, не знаю. Вот Юра зарядил. Вот посмотрим. Да. А вот я вам покажу, сколько он наловил. Попуга. Ловит на раз, два, три, четыре, пять. Я там за углом не вижу. Наверное, еще есть удочка. Нет, нету, блин. Вот здесь в этот раз он ничего не спрятал. Все по-честному у него. Пять штук, прикиньте, если хотя бы на одну. А клюет только сейчас вот на ясно. Вообще красота сегодня. Заштеривайся. Ты уже шнурочек. А я эти видишь, сделал. Молодец. Молодец. А слушай, там сверлится, там
многие без повадок. Нет, 10 градусов все равно после повадки выходишь не очень. Предъявите документы. Понятые присутствуют? Однозвучно? А у вас разрешение на браконьерство в этих местах есть? Ох! Полный угол никотина. Да. А на этот-то ловится? На скумбрию? Нет. Ночью ловилось. Сейчас нифига. Сейчас вообще нифига не ловится. Вы так-то как-то проветриваете что-нибудь. Вон окошечко. Сверху люк-то открывайте. Вон у тебя есть. Пришел, проветривал. Я до часа не задохнулся. Так что, Костя на второй косе, отец Петрович. Ничего нет. Ну, несколько крушин. Вот ты знаешь, они отдыхают там, пельмени, мясо. Да. Дня. На пару, по-моему, наважек он сказал мелких. Криминально. Ну ладно, закрываю вас. Все уже уехали. Прогреваю машинку, то ребята в ней куда спали. Там все запотевшее было. То, что наловили к данному часу. В палатке светло. На улице солнце. Мороз. Мороз сегодня минус 10. Допиваем чай. Доедаем. Что к чаю. Соки, воды. Не клюет. Итак, время, час. На данный час вот столько у меня. Доловил немножко корешков. Вода стоит, ждем поворота. Что покажет? Главное, не только мы. Все ждут. Все. Машинка поехала домой. Не вынесли. Там собачка бегает. Тут многие сидят и без палаток, и ждут. Народу много. Очень много. Перемещаются, ищут. Вон там палатку то ли собирают, то ли ставят. Ладно. О, на квадроцикле даже есть люди, приехали. Нормально.
Кто-то уже уезжает. Съемку самой рыбалки. Рыбалки как таковой практически не было. Наловил я чуть больше пол ведра. Думаю, килограмм 5-6. Матюшина, я слова не буду, я у подвер. Понял. Куда нам наехать? Следы. Вот по следам бременских музыкантов. Давай, отдай его. Свою дорогу бьют. Такси.
они, может, туда, в эту. Ну, да. Так еще сколько собак проехало в Пертаминск. Дядя, блин, ты молодец. А все молодцы. Мы их пропустили, пусть они несутся. Проверить.